Всем-всем привет! С вами снова Татьяна. В этом видео хочу вам показать, мои хорошие, распаковку посылочки, которую я получила на обзор от нашего любимого Василька. Я вот нашла местечко, потому что, девчата, солнце светит, ослепляет. Это уже у меня дубль 2. Ну, будем смотреть, девчата. Что мне пришло? Пришел костюм женский. Я заказывала для себя 56 размер. Там, где изделие нажимаешь мышкой, выходит размерная сетка. Объем груди, длина изделия, объем бедер. И каждый подбирает свои мерки. Тогда изделие сядет прям по вас. Костюм женский, цена 1015 рублей. Девчата, вот такая вот кофточка. Я сейчас буду мерить, все вам прям покажу. Вот с кармашками. Здесь кармашек вот такой, девочки. Смотрите. О, видите? Карман сквозной. Вот такой вот рукавчик. Здесь манжетик на рукаве. И по низу тоже такой манжетик. И идет вот такая, как бы она стоечкой, не стоечкой. И здесь замочек. Пошив. Вот претензий вообще нет. Я вам покажу. Смотрите, какие швы. Все-все обработано. Я его померила. Чувствую себя в нем комфортно. Сейчас вот уже весна на подходе, буду носить с большим-большим удовольствием. Я люблю и джинсы, и брюки. Все, что связано с брюками, я обожаю просто. Вот. Спасибо Васильку за такие изделия, что, ну, радует, что сейчас у нас уже выпускаются нормальные девочки вещи. И вот такие вот брючки. Брючки идут тоже, у них лампасики, кармашки, два кармашка, довольно-таки глубокий кармашек. Здесь на резиночке. И внизу, девчата, ребята, тоже вот такой манжетик. Ну, про пошив я вам сказала, что претензий абсолютно нет, никаких ниток, ничего, нигде. Вот лампасик пришит, все обметано. Выглядит, девочки, очень достойно костюм. Это я откладываю, мы будем примерять и вам буду показывать на мне. Следующее изделие, девчата, вот такое платье. Цветы на черном называется. Вот так вот рукавчик. Классное платье вообще. К телу очень приятное. У него сзади вот так идет шов. Я не скажу, вот знаете, трикотин, не трикотин, вот, но оно такое вот тянется, вот напоминает что-то с той серии. Только трикотин был толстый, а это легкое изделие. Оно прям вот в прохладную погоду, оно будет как бы холодить тело. Приятное такое платьице. Цена, девчата, платья. Называется оно «Цветы на черном». 652 рубля вообще цена. И идет к нему поясок. А расцветка, гляньте, какая красота. Вот. Вообще шикарно смотрится. Ну, я его буду носить с большим удовольствием. Хотя бы я не люблю платье. Ну, будем уже, наверное, учиться носить и платье. Потому что это платье мне очень понравилось. Сейчас я вам покажу еще одно платье. Еще лучше этого. Цена, девчата, вот того платья «Цветы на черном» 652 рубля. Следующее платье, гляньте, какая красота. Вот это платье, вы знаете, его можно на выход, как говорится, и в мир, и в пир. На любой случай жизни одеть, девочки, ну так смотрится очень красиво. Вот такая вставочка впереди. Горловинка, отделочка такая. Вот так оно сзади.
Ну, вот это платье прям женственно-женственно глядится. Рукавчик вот до сей поры. Сейчас будем примерки делать, девчата. Вот в это платье я просто влюбилась. Вот, понимаете, изумительный цвет, гляньте. И у него вот такое ощущение, что здесь люрикс. Вот такое вот ощущение. Смотрите, оно все-все, сейчас вот камеры, наверное, не передаст, оно прям, девчата, переливается, вот этот вот блеск. Вот так нам дальше лучше видно. Поверьте, что она как с люрексом. Классное платье, называется «Богема», приятное такое. И цена его 868 рублей. Девчата, вот по нашим меркам, вот сейчас, как мы живем, это очень-очень доступная цена, классная. Это не 3, не 5 тысяч. Вот, очень хорошая. И пришел еще один костюмчик, тоже же на меня. Летний костюмчик. Сейчас я вам покажу. Глядите, мои хорошие. Вот такой. ХБшка, я думаю, это. Вот перед. Вот так. Ключики называется. Спинка. Вот рукавчики, видите? Вот так вот на спинке. Сзади вот разрезик. Вот. Получается перед чуть-чуть, видите, покороче. А сзади он подлиннее. Тоже померила. Девочки, этот раз я прям вот все размеры угадала. Этот костюмчик, ключики, трикотаж, 56 размер. И всего его цена 644 рубля. К нему идут вот такие штанишки с кармашками. Кармашки шикарные. И просто здесь прямые. Видите? Вообще классные. Мне понравилось. Трикотажные, девчата, легкие. Вот у нас комаров полно бывает летом. Летом, вечернее лето. Одеть. Это вечернее лето. Лето вечерком. Одеть. Это просто шикарно. Классные штанишки. И вот такая милая кофточка. Вот такой костюмчик. И сейчас я вам еще покажу постельное белье. Девчонки, я пока тут снимаю, вся мокрая. Вы уж меня простите. Очень жарко у нас. Василек прислал мне полотенце. Смотрите, девчат, какое оно большое. Ванное полотенце. Огромное. Давайте я вдвойне вот так сложу. Вот двойная его ширина. Длина, вернее. И вот такая ширина. Метр на 1,80 м. Можно брать на море. Постелить и на нем на пляжу лежать, отдыхать на песочке. Вот будем ездить с Верой на море, будем брать вместо покрывала. Покрывало тяжело нести, а полотенце кинул в сумочку и повез. Постелил и на нем лежи и загорай. Цена этой красоты Туркменистан, девчата. Оно толстенькое. Вот там есть Узбекистан. Оно по качеству потоньше. Туркменистан полотенце, у них вот такие иероглифы. Там большой-большой выбор. У меня в предыдущих обзорах полотенце для лица. Я ими пользуюсь, девчата. Я очень ими довольна. Они стираются легко, сушатся очень быстро. И впитываемость у них очень хорошая. Вот. Вот такое вот. Видите, большое. Это вдвойне я показываю. Цена этой красоты 511 рублей. Ну, я вам скажу. Значит, голубой цвет. 430 грамм на квадратный метр, по-моему.
Да, на квадратный метр. Плотное полотенце, прямо плотное. Красивое. Голубенькое выбирала. Ну, шикарные девчата. Вот именно для моря. Ну, у кого есть бани, для бани, для душа. Ну, это классная вещь. В доме она всегда необходима. И цена, девчата, очень-очень экономная. 511 рублей. Затем постельное белье, хлопок, бязь я взяла, девчата. Соловьиные трели. Так, здесь полтора спальная, полуторна, полуторка. Так, 125 грамм на метр. Бязь вот такое, очень симпатичное. Вот, девочки, этикеточка. Бязь полутораспальная. И вот такое. Дивный сад зеленый. Тоже полутора спальная. Тоже 125 на квадратный метр. Вот. Это плотность. Давайте я одно открою. Вам покажу. Сейчас, мои хорошие. Постельное белье я уже выписывала на обзоры. Мне приходило очень-очень много. Бельем я, девчата, довольна. Я вчера только вот стирала. Вон у меня тут лежит. Я могу, кстати, вам даже показать после стирки белье. Но не линяет. Ничего ему не делается. Цвет не теряет, не садится, не выгорает. Смотрите, девчата, какая красота. Вообще, да? Это ирисы. Видите? Это для моей Веры, конечно. Как я люблю, чтобы была постель очень красивая и яркая. Мы всю жизнь спали с детства на белых простынях, а сейчас хочется именно что-то цветного и яркого. Гляньте, какая красота! Насыщенные цвета. Это вот простынь. Сейчас, девочки, я вам покажу пододеяльник. Все, конечно, я сразу стираю, а потом мы уже только после стирки начинаем пользоваться. Всеми вещами очень довольна. Я вам говорю, очень честные обзоры, поэтому можете поверить. Да, многие уже покупали, девчата, и довольные. Ивановский текстиль классный. Василек нас прям вот радует с каждым разом. Вот такие наволочки, девчата. 70 на 70. Глядите, какая красота. Да разве же это не прелесть? Вот вторая наволочка. Красиво. Я так люблю, когда пахнет новым. Вот новым вообще замечательно. Запах такой. Ну и сейчас посмотрим пододеяльник. Поглядим. Девчата, какой у нас тут под... Ой, тоже красота. Глядите, какая красотень. Давайте я так раскину на диван сейчас и вам покажу, как это выглядит, девочки. Ну вот, девочки, я постелила на Верину диван. Посмотрите, какая красота. Смотрится шикарно. Цвета красивенные. Сейчас полотенце положу вам для сравнения. Вот, девчата, полотенце. Видите, какое оно большущее. Просто огромное. Я говорю, для моря. Для моря вот само то. Прям шикарное. Ну, смотрим сейчас другой комплект. Сейчас вам покажу другой комплектик. Девчат, тот назывался комплект постельный. Соловьиные трели. Розовый. Второй вот этот комплект называется «Дивный сад», и цена их 699 рублей. Смотрите, мои хорошие, вот простынь. Гляньте, какая красота.
Девочки, это прям не передать. Такая красота. Я сейчас, конечно же, тоже кину на диван. И вы посмотрите. Вот так вот простынь смотрится. Вот. Ну, вдвойне вот она у меня сложена. Я хочу сказать, по толщине она не грубая. Вязь вообще классная. Вообще классная. Вот такая. Видите? Ничего не просвечивает. Вот мое лицо. Ничего не просвечивает. Ничего. Просто шикарная. Сейчас я вам покажу наволочки. И пододеяльник. Наволочки, девочки. Одна вот такая наволочка желтенькая. Все в цветах. Какая красота. Вот это одна наволочка. Здесь разная, там одинаковые. И вот такая. Вот. И здесь вот такие ключики нарисованы. Вот музыкальные-то. Вот. Красивая. И цена хорошая, и сами комплекты просто отличные. Ну и смотрим под одеяльник, девочки. Вот птички, цветочки, соловьиные трели. Вот они, птички. Надо на диван кинуть. Сейчас я брошу на диван и вам, девчата, покажу. Прорези под одеялки все внизу, что наоборот лучше, чем раньше были вот сбоку. Мне нравится, когда в ногах вот эти прорези. Все прошито, девчонки, ровненько, без всяких штучек. Все сделано просто на высоте. Спасибо любимому Васильку за такие вещи. Смотрите, девчата, какая красота. Так, сейчас на диване. Сейчас расстелю на диван и вам покажу. Солнце попадает, девочки. Ну, смотрите, разве это не прелесть? Вот они, соловьи и цветы. Ой, ну вообще, очень красиво, очень-очень. Сейчас я постелю под одеяльник, и вы посмотрите, как будет смотреться под одеяльник, девчата. Ну вот, расстелила под одеяльник, девчата. Одна сторона розовый тон, а другая сторона идет желтенький тон. И тут птички, вот они, соловьи и цветы. Очень красивый. Я очень довольная. Сейчас вам покажу еще что-то. Девочки, я вам сейчас сразу покажу вот комплект, который мы уже пользуемся. Вчера у нас была генеральная уборка и стирка. Вот я вам покажу после стирки. Вот наволочка. Смотрите. Вот комплект сейчас просто сложенный. Не глажено. Я сразу скажу, я не люблю гладить белье. Именно постельное. Я его никогда не глажу. Я его складываю. И оно у меня под прессом день полежит. Оно как будет, как глаженное. И все. Потом убираю в шифонер. Смотрите. Как был рисунок. Четкий. Красивый. Ничего. Не полиняло. Не истончилось, как говорится. Ничего ему не стало. Что еще нравится вот в этих вот комплектах, вот этот запах для подушек, смотрите, какой он высоты, высокий, подушка, то есть 70 на 70, вот здесь ничего никогда не торчит. И простынь вам сейчас покажу, потому что многие спрашивали, а линяет, а не линяет, нет, девочки, не линяет, не садится, ничего ему не становится. Вот простынь. Как был цвет нежненький такой, а под одеяльник наоборот ближе вот к этим расцветкам. Но сейчас покажу уже вам и под одеяльник. Ну вот, мои хорошие, вот после стирки под одеяльник. Вера моя спала под этим комплектом.
Это она выбрала для себя. Смотрите, какой он был. Вот яркий, красивый. Вот такой он и есть, девочки. Глядите. Видите? Стираю на обычной получасовой стирке на 800 оборотов. Но у меня там 30 градусов вода. Вот. Поэтому стирайте, девчата. Не надо их кипятить, в горячую воду засовывать. Она прекрасно машинки отстирывает. Порошки сейчас все классные. Смотрите, какая прелесть. Поэтому проходите по ссылочке. Я оставлю ссылочку под видео. Выбирайте, девчата. Можно купить комплекты. Как от дешевых до более-более дорогих. Вот. И подушки раздел, там много. И одеяло. Чего только нет. И одежа для мужчин, для детей, для женщин. Для дома товаров очень много. Там подразделов очень много. Заходите, глядите. Ну а сейчас пойдемте, я буду мерить свои платья и костюм. И буду вам показывать. Девочки, вот так вот выглядит платье на мне. Вот. Видите? Вот, вот. Все, я перед вами стою. Смотрите. Плечики легли прям. Вот и здесь все. Все-все по фигуре. Вот такая длина. Но платье просто вот как-то поближе сделать. Сейчас посмотрим. Поближе не могу сделать. Ну, вот так вот, девчонки. Вот так оно смотрится. Смотрите, мои хорошие. Платье шикарное. Мне очень, очень, очень понравилось. Вот такая длина. Вот так. Оно к телу очень приятно. И оригинальная вот эта вот вставочка. Видите? Рукав. Девчата, вот такой рукав. Вот это платье я буду носить с большим-большим удовольствием. Вот просто с удовольствием. Одеваю следующее платье, девочки. Следующее платье на мне. Вот такое. Девчата, это вообще вот легкое-легкое. Поясок здесь. Смотрите, вот так без пояска. Она свободная, видите? Рукав тоже свободный вот здесь. Вот так оно выглядит. Ну, с пояском, конечно, совсем другое. Вот, поясочек сделал. Пока еще талия есть, то нужно и с пояском. Длина, девочки, видите, какая? Тоже такое приятное, приятное к телу. Вот, девчат, видите, рукавчики свободно здесь все. Я думаю, все будет продувать, обдувать. И вообще ткань шикарная. И расцветка мне нравится. Просто обалденная. Вот в этом платье можно также выходить и в город. Но это платье явно не для дома и то. А действительно и в мир, и в пир. Везде вот так сзади, девочки, она смотрится. Вот этими я прям платьями очень довольна. Красивые. Спасибо нашему любимому Васильку. Вот, проходите, девчата, по ссылке, выбирайте. Так, я пошла костюмы одевать. Сейчас будем мерить костюмы и показывать вам. Ну вот, мои хорошие, я одела костюмчик трикотажный. Смотрите. Кто сказал, что в 60 лет нельзя такие вещи носить? Еще как можно. Покупайте, девчата, носите с удовольствием. Вот так со спинки. И вот я иду. Вот брючки. Длину, видите, как раз. Вот два карманчика. Вообще, вот она длина брюк. Видите? Шикарный. К телу приятнейший. Легкий, девочки. Это, но то же самое можно не... Это не для дома костюм. Может быть, конечно, поносится, когда он будет домашний. Но сейчас, вот на данный момент,
он еще может одеться куда угодно. Нравится то, что вот эта вот часть рукава приспущена и закрыта. Ну, что не вот такие рукавчики. Это вот это самое классное. Понимаете? Здесь все хорошо, здесь свободно. Девчата, у меня бедра 1,20 м, грудь 1,14 м. Если кто-то будет спрашивать, Тань, какой у тебя размер? Вот мои мерки. 114 и 1,20 м. Я выбираю изделия по мерке бедер. Бедра вот здесь, чтобы была свобода, грудь тогда пройдет и будет все хорошо. Смотрите, как он классно, просто классно. Штанишки, вот они, моя длина. Вообще шикарно. Этот костюм, по-моему, попадет у меня в любимчики, девчат, потому что он очень легкий. Ну, трикотаж. Он очень-очень классно. Здесь ключик, полосочки, цвет приятный. Там разные буквально размеры, цвета, фасоны. Девчата, там столько нашили для женщин и платья, и туники, и кардиганы. Заходите, мои дорогие, смотрите, покупайте, балуйте себя. Пожалуйста, вот я сразу говорю, нам товар Василек присылает на обзор. По пересылку мы ничего не оплачиваем. Нам идут девочки бесплатно. Поэтому там набрасывайте в корзинку. Зависит, наверное, как доставка будет. Если почта и России, то от вашего региона. Чем ближе к Иваново, Ивановской области, или что это, город Иваново, тем меньше будет доставка. Тем она будет дешевле. На Дальний Восток, конечно, она будет подороже. Ну и зависит еще от веса посылки, девочки. Вот. Смотрите, выбирайте, покупайте, балуйте себя. Можно купить в подарок родне. Очень даже достойные будут вещи. Про постель уже не говорю. От постели я просто вот балдею. Очень люблю, мне нравятся разнообразные. Есть и цветные, есть и такие более спокойные там тона. На любой вкус и цвет. У меня еще остался один костюмчик. Пошла я одевать, примерять. Ну вот, мои хорошие, еще костюмчик один. Вот такой, серенький. Цвет приятный. Тут вот карманчик. Но карманчик, смотрите, видите, мои руки куда выходят. Он сквозной как бы, вот. Карман классный. Здесь тоже два кармашка. Вы знаете, вот по этому костюмчику, он тоже 56 размер, но надо было бы мне, можно было бы чуть-чуть его взять на размерчик больше. Я боюсь, вдруг он подсядет, хотя такая ткань, что не должен подсесть. Но если сядет, я отдам дочке. Дочь у меня поуже, мамы поменьше. Будет носить с большим удовольствием. Но я думаю, что он им, ничего ему не станет. Вот смотрите, длина у него вообще классная. Тут лампасик. Здесь тоже лампасик с одной стороны. Достойный такой костюмчик. Смотрится красиво. И приятный, девочки, к телу. Я вот, вы знаете, как будто... Вот ткань такая кажется, вот натуральная. Не синтетика, вот как обычно мы напялим на себя синтетику и ходим все мокрые. Нет. Вот прям ткань, вот ее хочется носить. Вот тот костюм летний и вот этот просто шикарный. Поэтому, девчата, смотрите, что вам понравилось. Вы заходите, ссылочка будет под видео. Проходите, мои хорошие. Сейчас я чуть-чуть камеру разверну. Меня слепит сегодня, девчата. У меня немножко опять, как бы... Сегодня солнце было огромное. Или потемнее камеру сделаю. Сегодня на улице солнце светило целый день. Вот время 7 часов, на улице еще очень даже хорошо.
Ну, что вам пожелать? Я вам желаю всего самого-самого лучшего. Здоровья, берегите себя. Проходите в магазинчик по ссылочке, выбирайте. Радуйте себя и своих близких. Пишите комментарии, кому понравилось, что понравилось, мне интересно. Мне понравилось и оба платья, и то платье. Вообще, прям, без ума вот от этих платьев. На что уж, говорю, я не ношу платье, но эти я буду носить с удовольствием. И костюмы очень даже понравились, достойные, что вот этот костюм. Ну, в принципе, он, я не скажу, что он мне маленький. Нет, девчат, он нормально. Вот, он не обжал меня, ничего. Все вот по мне. Ну, можно было на размерчик, конечно, и побольше. Вот. Ну, и до новых встреч, мои хорошие. Всем самого-самого-самого. До новых встреч. С вами была Татьяна. Пока-пока.